Тудей на солнечном берегу Святом Власе шторм на море, вернее. Народ резвится, суетится. Вон, куда заходит вода. Пляжи все смыли. Вон та свистит спасательница. У нее не только уже голос, у нее даже свисток охрип. От свиста. Но народ не очень-то и реагирует. Все суетятся. Вон там какая волнища. Такие доходят иногда. Захлёстывает по самые бакенбарды. Вчера бы начиналось, ну так поменьше, а сегодня вообще. Как-то раз целую неделю такая фигня была. Да, там вон волны знатные такие идут. Четырнадцатое августа 23-го года. Сдох. Выкинул на берег. Шторм выкинул на берег пару медуз и пару водолазов. Видимо, от обезвоживания умерли. Ну так волна свыше человеческого роста. Ну что самое характерное, море-то спокойное. Только около берега волна. О! О! Какая идет! Вон там, офигеть! Ух ты! Вот это да! Вот это сейчас шарахнет! Такое ощущение, что огромная фура с пивом перевернулась, и здесь все заливает пенным пивом. Пивная вечеринка. Пенная вечеринка. Да, волночки классные. Там даже дымка над водой. Пар, пар водяной такой мельчайший стоит. Пенная вечеринка. О! Оператор чуть нафиг не унесло. О, какая! На фоне этого разгула этой стихии хочется процитировать стихи одного знаменитого поэта, то есть меня, у которого есть такое стихотворение. «Живут заморыши за морем, под солнцем нежись в затишке. На фоне моря я заморыш, едва заметный на песке». Да, на фоне моря мы такого все заморыши. На фоне этих волн.